Отож, дозвольте, я представлю вам наших перших ранкових гостей. Віктор Завізіон, регіональний директор фестивалю «Золотий ключик» та Валентин Письменний, продюсер. Доброго ранку і дякую, що завітали. Отож, розповідайте нам. «Золотий ключик» хто ще не чув, хто ще не бачив, коли стартуємо? І я знаю, що цьогоріч буде багато родзинок. Зокрема, вони розпочнуться на Соборній. Давайте про них поговоримо зараз. Вам слово. 12-17 іюня, Руський театр, дом творчества учеников, а также самая главная улица Соборная и Каштановый сквер у памятника Святому Николаю. Будет стоять 4 дня микрофоны, и каждый из ребят, из детей, если их можно назвать творческих, которые сумеют что-то показать, будет подходить к микрофону, прямо там показывать, и те, которых все это удастся, мы будем приглашать к себе на фестиваль и награждать их, естественно. От давайте ще більш детально зупинимо. Значить, на центральній вулиці нашого міста, на Соборній, буде цей мікрофон. І ще раз, хто може долучитися і що може показати біля цього мікрофону? Усі діти ж... Це ті, хто не зареєстровані на... Так. Так. А далі 7 номінацій, із них... Ну, там, конечно, танцы, художественное слово, театр, кино, телебачение. А также появились художники. У нас там возле церкви, которая будет на площади, так внизу, на спуске, будут расселены холсты, будут краски. И любые дети, которые могут или хотят рисовать, будут прямо там рисовать. Еще одна новинка – это то, что у нас будут принимать участие инклюзивные дети. Только этого еще не было. Не было этого. Наравне, абсолютно наравне с нормальными, хорошими, здоровыми детьми. Они будут без всякого выступать. И вот единственное для них будет поблажка – это то, что мы организуем для них обязательно. Вот есть такое кафе «Без сахара» называется, такая экологическая пища, они будут организовать им бесплатные обеды, чаи, там, выпечки и так далее. Так, я знаю, що ще будуть гості з Києва, да. І вони будуть не лише судити, не лише роздавати призи, да. А й повчати. Совершенно верно, это фестиваль академии. Ну, я вот назову несколько фамилий: Лариса Кадочников, народная артистка України, Влада Литовченко, почетный президент нашего фестиваля, Виктор Демирташ, народный артист України, Гурбен Абасов, народный артист України, Борис Барский, тобто комик. Тобто видатні прізвища. От все, 40 чоловік приїдуть со всех концов. Из Киева и Украины, и будут и учить, и показывать, и рассказывать. Что будут показывать? Вот ну, как что показывать? Вот чему будут вчити? Как, смотрите, как снимать телевизионные фильмы. То есть все вот такие нюансы, да, какие мы маем. Так. Как кино, фильмы снимать, как читать хорошо вирши. Ну, все, что, как рисовать, вот это все, всему этому будет учить. Валентине, хотілося трішки почути від вас інформації. Ви продюсер, да? От розкажіть нам, як створювати такого масштабу шоу? Скільки зусиль докладено, скільки родзинок вигадуєте цьогоріч? От вам слово розкажіть. Ні, на самом деле дуже тяжело, потому что мы всегда сталкиваемся с бюрократией, ну, сами понимаете, о чем я говорю. Но город нам очень помогает, Николаев, власти нам очень помогают. Рассказывать, как мы это, с чем мы сталкиваемся, это очень долго и неинтересно будет зрителю, я думаю. Ну, уже участники зареєструвалися, так? Правильно? Сейчас идет... Чи ще йде реєстрація? Давайте деяку інформацію для тих, хто ще не встиг зареєструватися. Вот, давайте я по этому поводу я и скажу, потому что сейчас очень, как-то иногда теряются, не могут найти это в Ютубе. Ютуб. Так. Золотой ключик. А дальше идет все, что касается, там есть бланк регистрационный, туда все это заполнить и зарегистрироваться. И впервые, я забыл совершенно точно сказать, впервые этот фестиваль у нас проходит бесплатно. Тобто участь у фестивалі безкоштовно. Безкоштовно. Вот так. Таким образом. Так. И я думаю, что... Даже вот гостиница, мы старались найти сотню, а может больше номеров, да, в общежитиях студенческой, чтобы там могло, ну, заплатить можно будет 50-80 гривен всего лишь,
Это для танцевальных коллективов, может, для массовых каких-то номеров, чтобы там детки могли жить. А так мы базируемся в гостинице «Интурист». Так, так, ну, там где-то 398 гривен на двоих с завтраком. Яка кількість вже зареєструвалося учасників? І от нам таке запитання від телеглядачів цікавляться, в яких номінаціях найбільше реєструються? От чомусь їх цікавить це питання? Ну, як завжди, так, канонічно, будемо так говорити, це театр, чтіці. У нас ще будуть не тільки чтіці, але і самі поети. Вот, молоді. Ну, почитать невозможно на данный момент. Сейчас просто это, оно идет, идет и идет регистрация. Ну, те, которые танцы, хореография, пение. И очень много задето. Театральные батлы. Направление, да, модельный конкурс. Будет. От тепер давайте зупинимось на модельному конкурсі, будь ласка, розкажіть про нього, тому що теж от цікавлять, я навіть зібрала список запитань для вас. В конкурсі можуть прийняти діти возрастом від 5 до 18 років. Мальчики, дівчатки, тому що конкурс буде і міс, і містер. Конкурс абсолютно лояльный, где все дети получат призы, никто не будет расстроен, обижен. І так далі. Ну так, для дітей це важливо. Віктор Завізіон, Віталій Пісьмений, прошу продовжити з ними розмову, вели мову про дитячий фестиваль «Золотий ключик». І вже ось в інтернеті мережі до вас є запитання щодо відкритого мікрофону. Можна ще раз повторити вас, сколько, когда он будет и как к этому подготовиться? Он будет, там будет в программе написано, в какие дни, но 4 дня, начиная 16 часов, 16 так. или 18, это мы там это уточним, где-то до 9 вечера. Туда будет и входить выступление наших гостей, заслуженных народных артистов. Приедет Писанка, вероятно, будет там показывать мастер-класс, как готовить там всякие хорошие штуки. Так що це буде кожен день. Які це хороші штуки? Ви будете готувати на фестивалі? Просто готуватися до хороших штук. Ви знаєте, я хочу додати дуже таку принципіальну ще раз річ, причеркнути, поставити точку на ній. Коли я готувався до цього фестивалю, я їздив в райони, мені хотілося, щоб на цей фестиваль я мог знайти произведення якесь у дітей, розіграти його і зняти. То есть разговор идет о том, что после фестиваля, вероятно, мы каким-то образом попытаемся при поддержке николаевских властей и николаевского народа организовать такую школу театра, кино и телевидения, чтобы снимать и все это показывать. Но я столкнулся совершенно с очень такой горькой, такой с бедой даже, будем так говорить, на сегодняшний день, особенно детки из села, да, они сюда вот даже в Николаев приехать не могут. Понимаете, в чем так, дело? Да. А на фестиваль? Почему мы решили? Ну, как это можно, если не приедут те детки, которые, может быть, талантливые, но они, у них нет денег на эти вступительные взносы. Поэтому и мы сделали без вступительных взносов, а так, чтобы могли детки приехать. Правильно, чтобы доступность была, так? Конечно, да. Для всех. И еще одно запитание. Вы говорили, что можно зарегистрировать через YouTube, а можно ли как-то иначе? Через... Как с чем? Есть сайт. Так, послухайте уважно зараз. Да, адрес сайта mirakey.com.ua. Так. В Гугле запросто. Я думаю, що в Гуглі у вас проблем не буде. В Фейсбуці запросто. І ще один вопрос, я думаю, що це до вас, Віталій. Що до конкурсу, Валентин, вибачте, будь ласка. Як готуватися, що потрібно готувати для того, щоб прийняти участь в конкурсі моделі? Ось таке запитання до вас від телеглядачів. Є на сайті, виложений регламент. Там все очень просто, все очень доступно. Мы стремились к тому, что участие могут принять абсолютно любая категория достатка наших николаевских и районных граждан. Поэтому по участию там настолько мы все упростили, что будет просто презентация, допустим, каких-то именных футболках, которые на данный момент изготовить не проблематично. Второй будет выход у нас «Как я себя модно вижу». И, естественно, награждение, детки должны быть хорошо выглядеть. Ну, кто на что будет способен, посмотрим. А там уже компетентное жюри оценит.
И еще, очень принципиально, и опять-таки новинка этого фестиваля, у нас будет существовать при фестивале пресс-центр. Вау, рассказывайте, что его возглавит, и возглавляет, она уже имеет опыт, этот пресс-центр, Дита Антоненко. 14 лет девочке, она руководитель этого пресс-центра. Все, что там будет происходить, она быстренько каждый день будет выдавать в интернет. Найгорячейшее. И помогать ей будут. Есть такая телевизионная школа в школе, в средней школе номер 17. Они великолепные сюжеты снимают, новостные. Они у нас будут снимать. Каждый день они один сюжет снимут и покажут, ну, к примеру, где? В Фейсбуке. Так, ну, на таких, на популярних соціальних мережах. Я вам щиро дякую, дякую за організацію. Ще раз нагадаємо, коли починається, коли закінчиться. 4 дні будемо мати свята. 12-17. Ну що, друзі, у вас є ще час зареєструватися, набратися сміливості, взяти участь у дитячому фестивалі «Золотий ключик». Я нагадаю, що цього ранку до нашої студії завітав Віктор Завізіон та Валентин Письменний. Дякуємо вам, що розповіли. Я думаю, що глобально, актуально все розказали, а всі подробиці дивіться на сайтах, беріть участь і бережіть себе. Дякуємо вам, гарного продовження дня.